Волонтеры объединения 100% доброты городского молодежного центра «Вектор М» пришли навестить подопечных приюта для животных. Конечно, не с пустыми руками. В коробках сухой и влажный корм. Собаки не избалованные, рады любому лакомству. В течение нескольких месяцев нерадушные жители приносили корм в наше объединение. И сегодня волонтеры решили приехать и привезли корм. Собрано было около 40 килограммов корма. Это очень, в принципе, много. Как по мне, это очень хорошо. Особый восторг у хвостатых вызвал хлеб. Неравнодушный житель передал огромный мешок выпечки. Каждый пес получил по несколько кусков вкусной булки. Но и без такого лакомства собаки в приюте не голодают. Они на полном пансионе за счет городского бюджета. А вот внимания животным не хватает. Так что хвостатые всегда рады гостям. Вольеры к большим собакам не пускают, а вот с молодняком можно поиграть. Это очень важно, потому что вы помогаете и вы делаете добрые дела. И я верю, что это добро добром возвращается, как говорится. Приют в Радужном – один из первых в Югре. Он появился по инициативе главы города. Решение о строительстве приняли в 2021 году. И уже в следующем появились отапливаемые вольеры, ветеринарный кабинет, ванная и даже небольшое родильное отделение. В приюте проходят дни открытых дверей. Гости могут не только пообщаться с собаками, но и выбрать себе верного друга. Мария Рянина, Ирина Чупина, Станислав Серебров, Дмитрий Килин, Тюменская служба новостей.